же собрались, вернее, детки собрались в садик, я их собирала. Включай свет, Афонь. Включи там свет. Тебе куртку доставать? Сейчас, наверное, вот же-то висит. Так вот, Афонь туда висит. А где мои перчатки? Я же не знаю, где твои. Это Афонькина. Афанасий Сергеевич. Что? Нет, кроссовочки же в садик не надо, ты же замерзнешь. Нет. Сынок, ты-то в машине, а потом там в садике на улице гулять. Афонь, тут силы не нужны, ты просто... Я же сильный, ты сказал, да? Да. Ты сказал, что он сильный. А, я думала, он сказал, что он в машине. Не знаю. Не мой, а мои. Мои. Ищи. Перчатки. Афонечка, подожди, пожалуйста. Антош еще. Антош, ты его тоже давай не толкай. Отойди, значит, в сторону, Антош. Я тут ищу свое. Ну, сейчас найдешь тогда. Обуйся пока. Ну, давай другие просто перчаточки возьмем и все, если это потерялась одна. Давай. Лишь оденешь эти перчатки и все. И не замерзнешь. Чего? Все отлично. Поместились? Да. Ну все, давай, люблю тебя, мой красавчик. Давай поцелуемся. Все, беги. Пока. Люблю. Заберу тебя сегодня на танцы. Угу. Все, всех провела. Теперь лежу. Сейчас уже нужно подниматься, улыбаться. Не знаю, наверное, зарядку буду делать вечерком, потому что сейчас уже не успею без 28. Хотя, может быть, и успею, если быстро переоденусь. Вот, и в 8 бужу Григория учить уроки. Даю ему прям поспать до 8, хотя все остальные в 7 утра просыпаются, и я тоже в 7. Вот, так что нужно подниматься и в бой. Почему не встала, кстати, в 6 утра? Потому что, а когда к нам приходит Афонька, он вот сегодня к нам приходил, и мне так хочется с ним поваляться подольше, потому что я знаю, что скоро уже это время закончится, когда мы ему будем не нужны, и он будет спать на своей кровати. Мальчики также к нам бегали старшие, и сейчас вообще никто не прибегает, поэтому подольше хочется с ним полежать. И даже в 7 утра не хочется просыпаться. Мы лежим до последнего, пока уже папа нас не будет тут с кулаками. Кричит уже на нас, что уже пора вставать. Так что вот так вот. Так что вот хочется подольше, чтобы детки были маленькие. Буду с утра пить не кофе, а цикорий, потому что кофе нет. Так что намешаю себе цикория. И молока. Почти даже полкружки. Главное, чтобы цикорий растворился, чтобы там не было этих всяких катышков. Нет, но этот вроде бы хороший, который вот такой вот здоровье, желтый. Вот этот вроде бы растворяется всегда. Вот 84 рубля он стоит. Это бывает, знаете, который не растворяется. Сделала, сейчас еще тебе что-нибудь придумаю, а пока ничего не съела, ничего не выпила, нужно не забыть сделать этот вакуум живота. Мне стало получаться делать вакуум живота, я прям офигела, это прям круто, главное делать натощак, пока еще ни воды, ничего не съела, ничего не выпила. Вакуум я сделала, делаю 5 раз по 10 секунд, задерживая дыхание. Так, жарю яичницу, хочу жидкую яичницу с черным хлебом.
Так что ждем. Сейчас белки хорошо зажарятся, то что я сопельки не люблю. Мой завтрак. Яичница, жидкая и черный хлеб. Сейчас буду макать. И цикорий. В общем, вкусно там. Доброе утро, сынок. И бабушка даже приехала. Здравствуйте, здравствуйте всем. Григорий, ку-ку, просыпаемся. Кухню убрала после завтрака. Все помыла быстренько. Здесь у меня варится бульон из утки, из здесь крылышки, сердечко, пупочек и шея. Будут сегодня галушки. Сейчас разбиралась с вещами. Смотрю, у нас на улице снежок пошел. Представляете? Маленький такой, хорошенький. Пушистенький снежок. Я так рада. Даже уже все таким сереньким становится. Одни вещи сняла с батареи. Сейчас пойду их сразу разложу. Вот прям пока есть время. И потом уже новые повешу. На батарее сушиться. Григорий, мы выучили уроки. Ката, ты повторил? Да я остановись. Так, ты дверь закрой сначала в кладовку и тогда повторяй. Смотрим смешариков. Буду готовить сейчас галушки, суп. Так, это что у нас? Буду процеживать сюда бульон. Картошку уже всю порезала. И вытащу сейчас все мясо. Ну, это трудно назвать мясом, конечно. И процежу сюда бульон. Вот в такую конструкцию. Только сюда галушек добавить. Здесь уже все, картошка, морковка, лук, все варится. А я взяла пакетик и иду за петрушкой на улицу. Григорий, что мы тут смотрим? Discovery. Поторговаться. Со снегом. Слушайте, ну что так рыжится? Снегом это особо не назовешь. Такой, знаете, перхоть какая-то сыпется. На травке что-то остается. Что, петрушка? Ну, петрушки еще можно нащипать в пакетик, чтобы в холодильник все положить. С ней ничего, она вся зелененькая. Я вот так вот себе нащипала, в холодильник положу. Как закончится, тогда, наверное, еще, если не завалит нас снегом и не заморозит. Тут что-то это настоящая микаса валяется. Я в шоке, кто его здесь оставил. Надо занести. То наш папа будет очень ругаться. Что он тут валяет? Петрушка есть. Чесночок я уже порезала. Осталось только лишь приготовить галушки. Здесь, то есть, все уже кипит и ждет. Два яйца и совсем немножечко водички. Вот совсем, не знаю, подставила под кран и сразу убрала. Сейчас сюда же буду добавлять... А, посолила еще. И сюда же буду добавлять муку. Все на глаз. То есть количество не знаю. Сейчас ложечку возьму. Вот. Ложкой добавляю муку. По чуть-чуть. И все вмешиваю. В общем, продолжаем в том же духе. Вот такая вот густая масса. Можно чуть пожиже сделать, но в этот раз вот такая густая получилась. Ну, не важно. Можно такую, как сметанку делать. Всегда разная получается. И все. Теперь сейчас немножечко постоит. Еще тут все поженится. И буду чайной ложечкой все перекладывать в кастрюльку с бульоном. Начинаем все добавлять. Сначала ложку вмакаем в бульон, чтобы не прилипал до галушки. И все сюда добавляем. Мам, ты снимаешь? Я снимаю. Понятно. Ты что-то хотел мне сказать по секрету? Угу. Так, и опять продолжаем в том же духе. Выкладываем все тесто. Все готово, все сварилось. Теперь добавляю зелень. И чеснок. Осталось перемешать и подождать, пока все поженится.
Ура. Всё, Гриша уже обедает. Давай умываться, чистить зубки и начинай уже собираться. Папа, тебя повезет. А я, наверное, сейчас тоже поем. Я так хочу кушать такие вкусные галушки, что Гриша даже две тарелки съел. Вот галушки. Блин, они такие классные. Так пахнут. Гриша, а ты куда? Я, наверное, тебе кушать сказку сегодня возьму, а уже потом завтра. Ну, хорошо, давай иди одевайся. Папа уже приехал, ждет тебя. Привещок. Да. Если кто-то будет непослушен. Так, обувайся, непослушен, а то и ты, скорее всего, будешь непослушен. Давай, давай, кия. Ну, все, уехали все. Сейчас, правда, Сержунета приедет, еще я буду его кормить. Но хочу найти пульт, включить себе музыку. Радио Мир, моя любимая. Если честно, там песни, они вроде бы современные, но такие есть, а-ля шансон тоже. Ну, в общем, короче, я тут пою на всю. Вот. И сейчас начну делать тесто. Хочу сделать еще пряничного теста. Буду делать пряники, гамбургеры и хот-доги, и пиццу, наверное. Вот. Так что нужно сделать тесто. Сейчас тесто я сделаю и буду упаковывать пряники, сердечки. Завязывать ленточки, но для начала нужно напечатать пожелания. Ай, выключайся. Сейчас на компьютере красивым шрифтом распечатаю пожелания, чтобы понять, какого роста должны быть эти бумажечки. То есть я замеряю прям пряником. Вот примерно 5 сантиметров можно. 4-5 сантиметров, чтобы было красиво. Вот, так что сейчас пойду их делать. Записочки. Я беру в интернете, но сначала в Word делаю таблицу. Наверное, 2 на 2 вот так. Ну, не на 2, а вот так побольше пожеланий. И сейчас сюда буду писать пожелания. Ну, вернее, копировать. Так вот получилось. И будем сейчас печатать. На белой бумаге будет 8, и на красной будет 4. Все, пожелание я распечатала, сейчас осталось только все вырезать и скрутить. Так, навязала я бантиков, сердечек с пожеланиями, вернее, больше с какими-то предсказаниями и веселыми такими сообщениями, поднимающими настроение. Вот, а на День Святого Валентина, я думаю, что можно вот, типа, любовь это... и что-нибудь в этом роде. Вот, сейчас все это упакую. И они поедут в цветочный магазин. Сейчас самое главное это все пофоткать. Пряники, доску эту, на которой я все фотографирую. Еще пряники. Сейчас все красиво разложу и сфотографирую. Так, упаковала я прянички, сняла такое с ними прикольное, по-моему, очень даже прикольное видео. Стоя их упаковала, вот, чтобы они не повредились. Надеюсь, что доеду хорошо, поэтому не в титеровку. Завтра же день Татьяны. Будут радовать Татьян. Вот, будут с ними делать букетики. В общем, как это, как я роднее делала, половина коробки цветы, половина пряники. С пожеланиями, с предсказаниями, в общем, такие интересные. Я сделала такое видео, мне прям понравилось. 81 фотография ушла на это видео, типа аниме, как это, мультяшки, в общем, мультипликационное какое-то видео. Вот, сейчас пойду быстренько все подложу, Антох уже сегодня на танцы, мне вести сейчас машину заведу, чтобы грелась, и буду собираться. Я уже в машине, без шапки вообще никуда, на улице холодно, несмотря на то, что солнышко вышло. Но, блин, холодно. В машине появилась зарядка, так что я сейчас не боюсь, что у меня закончится заряд телефона. Так что сейчас включаем и едем. Вот, пикнула. Еду я сейчас по степной, понимаю, что машину мыть не надо вообще. Тут в некоторых местах такая жижа, знаете, как будто уток, вот такое вот болото. Вот сейчас я как раз заезжаю в это место. Что, короче, машину мыть не вариант. Опа! Все такое блестящее, красивое, но грязное. Ужас. Все, Антох, поехали! Поехали!
И Вику забираем. Все, Викуся, у тебя на сапожках развязалась ленточка. Тебе завязать? Тебе помочь? Все, взялись за руки. Антош, бери Вику за руку. Спасибо. Зашли уже в музыкалку, пошли. Даже пусто, еще никого нет, да? Так, не снимай только бахилы, слышишь? Пусть они на обуви. Все, и не балуйся. Так, покупки. Приехала с магазина. Если мы не едем в ленту, то лента едет к нам. Лентовские ватные диски у нас в магазине в люксе. Купила, вроде бы прошитые. Я посмотрела, вот для меня важно, чтобы они не разъезжались при использовании. Так что попробую. Кофе взяла черную карту. Вот, 143 рубля. Тут все подписано. Цены очень удобно. Батарейки. Пульт взяла дешевые по 15 рублей. А вот эти вот по 37 рублей. Дюраселовские, мизинчиковые, Афони. В паровозик взяла дорогие. И зашла еще в аптеку. Цитрамон. Купила от головы. Пьем цитрамон. И закончился. Поэтому если болит голова, то спасаемся только цитрамоном. Все ужинают. А да дай ты ему ложку. Афоня, ну встань, возьми себе ложку. Афоня, ты знаешь, где у нас ложки лежат или нет? Теперь все хорошо, сынок? Вот, там, наверное, а там, чтобы не ходить. Угу. Все, теперь все хорошо у всех? С бумажками сейчас буду за все платить. За свет, за садик две квитанции и за телефон, за интернет. Это все так, по без квитанции, в общем. Мальчики учат английский. Be good. А я русский. Мама, сейчас я тебе... Что ты хочешь сказать? Feed Rex. Понял? Это что, покорми Рекса? Да. Нет, ты не упадешь. Гриш, я тебе скажу. Stand up, kiss me. Мам. Мам. Мам, встань и поцелуй маму. Папу отправляем с Григорием на занятия. И меня. А тебя еще нет. Да. Кого ты увидел? Сейчас он заприцепную приезжу. Приезжу? Пусть едут. Так, вон она в углу. И потяну. Что доедешь? А Гриша где уже? Все? Пошел. Хорошо. Сумку взяла сюда. Давай, ты оденься, поди маме дровишек принеси. Угу. Только тепло одевайся. Тихонько. Такой смешной. Иди штаны одень, куртку, шапку. И принеси мне чуть дровишек, хорошо? Фоня. Мы с пятачком? Да. А дороги нет? Дороги нет, вагонов нет, надо идти искать. А батарейки купили в паровозик, да, в Чагинтон? Да. Чагинтон? А, это Томас, да? Да. Паровозик он. Томас. Да, он работает. Да, он уже работает, осталось только найти дорогу и вагоны, да? Дорога. Да. Ты нашел еще? Да. Давай еще искать, где наша дорога? Там же много было. Это вон олегон, дорога вот она. Да, дорогу мы нашли, осталось вагончик, да? Дорогу нашла, глянь. О, вот. Да. А где вот вагоны, я не знаю. Вагоны вот надо нам искать. Да. Да? Да. Ходите, будут играть. Я, наверное, сейчас пойду смонтирую видео. И оставлю его выгружаться. Гляньте, здесь как круто, беленькое все. Но здесь на камере серенькое, но сверкает. Сейчас выехала уже за Гришкой, быстро его заберу. Думаю, что так холодно, а на улице-то минус 6 показывает. Ужас, я думаю, что я так мерзну. Это просто ужас. Тот человек, который любит ходить в трусах, теперь нарядился в костюм. На кухню в нем не ходить, ясно? И в ванную тоже, гулять тут. Ты меня понял? А вот, ты на работу так пойдешь? А кем ты работаешь, сынок?
работали. Кем? А в икру работали. Не понимаю. А в икру работали. Кем работаешь? А да, работаю. А, ты с дядей работаешь? Да. Все, ты поехал на работу? Да, мама. Тебе застегнуть? Да. Да. Еще и носки надо? Да. Думаешь, надо носки? Может, лучше без носков? Ну как? Ну как, хочешь? А там, это уже догали. Да? Да. Там обои догали. А, так на работе тебя так дядя поругает? Да. Надо одевать носки? Да. Да, да. А я там обои. Получается вообще? Нет. Так помогать или да. Ты сам? Помогать? Еще и в галстуке, да? Да. Вот галстук. Вот еще галстук. Да. Это кому галстук? Антону. Сейчас Антош тоже оденется, да? Это мне галстук. Давай я тебе поправлю. Сейчас еле смонтировала видео. Не знаю, в чем была причина, в общем. Переустановила компьютер, заново запустила, все заново. Файл загрузила, и все теперь выгружается, так что все в порядке. Видео завтра будет. Уже мальчики раздеваются. Можно мне пиццу? Пиццу? Настоящую? Или пряничную? Нет, настоящую. Так, а папа наш приехал уже с волейбола, купил мне счастье. Куча разрыхлителя от доктора Эткера в Пятерочке. У нас в станице вообще нет доктора Эткера. Разрыхлителя, поэтому я его попросила, он же в Титеровку ездит на волейбол, и купил 7 рублей пакетик стоит в Пятерочке. Аж 22 штуки. Писала тут и планы, и про пряники себе на завтра. Самое главное, что завтра собрание в садике по поводу выпускного уже в 18:00. А в пятницу получается собрание в школе. Первоклашек расскажут, куда, какие учителя, когда сдавать документы. В общем, в пятницу одно собрание, а завтра другое. И что теперь будешь с ним делать? Апанги. Антон тебе подарил галстук, и ты его на праздник оденешь, да? Да. Правильно. А буду увидеть. Будешь красивый? Да. На кого похож? А Лаврика? Ну, а... ну что-то над глазом. Угу. Папа Лин. Красавчик, папа? Да. Афонечка, спокойной давайте ночи. Спать. Убирай все. Вещи. Ты подкидывай.